48-летняя Лера Кудрявцева после перенесенного стресса решила устроить себе отдых. Телеведущая остановила свой выбор на морском курорте. Ведущая шоу «Секрет на миллион» променяла прохладную весну в Москве на отдых под солнцем. Артистка наслаждается хорошей погодой и даже забыла на время о диетах. Кудрявцева похвасталась поклонникам красивыми видами своего отеля, в котором она остановилась. Роскошные бассейны и живописная природа, такими видами звезда теперь любуется. Лера позволяет себе даже калорийные лакомства на отдыхе. «Кайфушечки, как хорошо», – прокомментировала она свои будни в Instagram Stories. Жена хоккеиста Игоря Макарова предстала перед поклонниками в зеркальных солнцезащитных очках и в бикини. В кадре заметен яркий загар теледивы. Лера Кудрявцева со скандалом уволилась с Муз-ТВ. Она пристыдила Армана Давлетярова за его некрасивый поступок. Анфиса Чехова заявила, что телеведущая манипулировала ею на своем шоу.